А что вы нарушаете? А вы с левым поворотом едете прямо. С каким? С левым поворотом. Включаете левый поворот и едете прямо. Ну и что? Ну а что? Ну вот здесь на перекрестке вы ехали. Ну вы только что как сюда ехали, включили левый поворот и поехали прямо. Ну вы же, я вижу, дразните, ездите. Ну, чего? Ну специально включаете поворот. Мы думали, что вы будете поворачивать налево. Там знак стоит, поворот налево запрещен, правильно? Ну. Вы развернулись, нарушения нету, мы поехали себе дальше. Какие вопросы? Понял. Так вы думаете, что я нарушил или что? Ну вы же сами специально нас провоцируете, хотите, проверяете нас, ездите или как? Нет, так я, надо было сделать превентивные заходы, включить мигалочку. Ну, я разберусь, что нам делать, без вашей участи, добре? Нет, ну, так... Вы же мне не рассказывали, что мне это делать. Нет, ну так главное, какая функция полиции? Это предупреждение правонарушения, а не наказание. А что, вас кто-то наказывает? Или что? Нет, так вы должны были, если вы считали, что я мог нарушить, то надо было меня все-таки предупредить, скорее всего. Как предупредить? Ну, включить хотя бы мигалочки, чтобы я увидел, что сзади за мной стоит полиция, что я, может, если я думал бы нарушить, я бы не нарушил бы. А, и что за фокусы такие непонятные? Ну, больше не нарушайте тогда. Мы? Ну, мы, конечно. А мы не нарушали. Ну, как это, левый поворот, включили левый поворот и поехали прямо? За слово не надо тянуть, ничего не нарушали. Что-то придумаете. Как это придумаю?